Дорогие друзья, рада вас приветствовать на моем сайте. Я Шерешева Ольга Васильевна. Сайт, который я вам предлагаю, о здоровье, красоте, благополучии. Это то, чем я занимаюсь последние 20 с лишним лет. В прошлом я педагог-музыкант и, в общем, занималась добрым, хорошим делом. Я учила детей музыке. Я брала их в 4 года, и уходили они от меня в 15-16 лет. И в какой-то момент я стала заниматься взрослыми людьми. Это те люди, которые нуждались в помощи. И Бог послал компанию, у которой девиз «Здоровье, красота, благополучие». Сейчас, спустя уже многие годы, есть потребность как можно большему количеству людей рассказать о том, как можно изменить свою жизнь, сделать жизнь своих близких лучше, ярче, сделать так, чтобы наши старики жили подольше, чтобы наши дети не болели и были здоровы, и чтобы сами мы и наши друзья также были здоровы и счастливы. И в этот непростой период времени, я думаю, что эта поддержка, наверное, хоть кому-нибудь, но поможет. Ну, я очень надеюсь на это. На сайте мы сделаем все возможное для того, чтобы вам показать те пути, варианты, формы всего того, что есть в нашем городе и не только в нашем городе. Вы получите рецепты, вы получите продукт, качественный продукт или информацию о нем. Вы узнаете много новых людей, ярких, молодых, самобытных, людей, которые очень много умеют, и людей, которые так же, как и я, хотят, чтобы люди вокруг были здоровее, счастливее и богаче. Я очень-очень буду стараться быть вам полезным. И я благодарю заранее всех тех людей, которые будут участвовать в наших передачах. Я благодарю заранее всех вас, те, кто будет принимать участие в просмотре наших передач. Я благодарю заранее всех людей, которые так же, как и я, понимают, что планета – это маленький дом, что мы все в одном аквариуме, и если соседу плохо, то и мне тоже не очень хорошо. Давайте сделаем так, чтобы всем нашим близким и всем нам стало хорошо. Счастья, здоровья, красоты и благополучия.